Роспотребнадзор временно приостановил деятельность трех детских садов по факту массового отравления. Это сады номер 41, 35 и 66. Совместно с прокуратурой проводится внеплановая проверка, чтобы установить источник инфекции, отобраны пробы пищевой продукции и смывов с объектов окружающей среды. Обследуются пострадавшие дети и персонал учреждений. В отношении поставщика пищевой продукции начато административное расследование, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. На сегодняшний день число пострадавших детей достигло 46. За ночь в детский инфекционный стационар поступило еще 4 ребенка.